Привитус, амигос, продолжаются ласты. Я в конце прошлой серии как раз вчера потерял тут Элли, я вообще не знаю, куда она сдриснула. Совсем выросла девочка. А, тут нет прыжка, да. Что-то мне показалось, что здесь можно перепрыгнуть. Я ждал что-то в стиле Dark Souls уже, какой-нибудь кувырочек. А, вот она сидит. Че, автобус ждешь, что ли? Ты чего скисла? Не, все хорошо. Просто ты как-то сегодня притихла. Прости. Нет, я же... Неважно. Она, как и Элли, волшебница из изумрудного города, когда уже все, дошли до самого финиша, становится грустно расставаться. Джоэл стал ей как папка, она ему стала как дочка. И, по-моему, тут это... Даже тем, кто не в курсе всех этих замесов, типа отцы и дети, ля-ля-ля, все вполне это ощущают и чувствуют, только я не понимаю, как мне... А, надо телегу с говном, наверное, опять прикатить и с нее залезть. Нет? Вот этот поворот. Слушай, там лестница. Пойдем. По старой схеме. Радикулит мой. Лестница. Можно по лестнице. Лестница наша. Камон. Ей что, вообще похер, что старшие говорят? Ну вот. Элли? Что-то у Джоэла голос поменялся. Элли! Что? Лестница, давай. Ага. А, блядь. Дети, господи, дети, ну что ж так долго-то? Время идет. Господи. Эй! Заебись. Ты куда? На кого ты меня променяла? Эй. Котеночка увидела там, что ли? Эй! Джилл, нас киданули, походу. О. Смотри скорее! Да пошла ты. Что это? И что? Что она увидела? Палатки? Ничего не нашел. Что? Там тень какая-то. Глаза мне видно. Жирафы. Блять, где жираф-то? Я-то его увижу или что? Я единственный, кому жирафа не покажут. А вон он ходит. Жирафы! В постеле помню. А, нет, там слонов сжигать можно было, чтобы они всех бодали. Идем, скорее! Что за херня? Откуда жирафы у госпиталя? Или? Сегодня будут шашлыки, походу. Из жирафятины. Нет, серьезно, если я ему шмальну в очко, что будет? Блять, а в него нельзя стрелять. Гаснет прицел. И выстрел не срабатывает. Ну, а что? Интересно было бы узнать, как бы повел себя жираф с пулей в заднице. Ты видишь? Да, я вижу. Наглый копипиздинг из парка юрского периода. Там кормили диплодока, по-моему, да. Мы жирафа сейчас, наверное, покормим. Не спугни. Ладно, ладно. Ты чего? Все хорошо. Иди сюда. Да, конечно. Жираф дает себя гладить. Всяким. Ну подойди. Давай. Знакомься, Элли, это Мариус. Привет. А, или Мариус. Или Маркус. Как звали? Просто офигенно. Да. Но видишь ли, его родители были брат и сестра, поэтому мы застрелим его нахуй и разделаем прилюдно. Ну, не спеши так. А копыта скормим львам. Печень директор зоопарка домой заберет. Ему жена какой-то салат обещала. Вот, ну.
Давай, давай, давай. Что давай, давай? Может, еще попугаев увидим, да? Или кто там? Слонов. Интересно, а почему чумные вот эти всякие зомби, они жирафов не сожрали? Надо же. Ух ты. Целое стадо жирафов откуда? Красавчики. И как? Это то, чего ты ожидала? От жирафов. Ну, есть плюсы и минусы, но... По крайней мере, тут красиво. Да. Мир без людей выглядит намного лучше, чем с ними. Быстрее бы все померли. Пойдем уже. Ай, жирафы. Что-то они расслабились. Сейчас, походу, что-то будет. А Джоэл тоже уже не хочет ее типа туда везти на анализы. Скажет, нахер надо. Погнали путешествовать. Мы можем отказаться. Ты ведь это понимаешь? А какие варианты? Вернемся к Томми и... просто забьем на эту хрень. После того, что было... того, что я сделала... Да у тебя после того, что было, даже шрамов-то, в общем-то, нет, по большому счету. Только вот на брови, на правой. Я не могу все бросить. Какая она стала взрослая, ты посмотри. Вот так вот жирафы. Обломитесь. Слушай, ты хочешь как лучше, но деваться некуда. Вот закончим, пойдем куда скажешь. Ладно? Все равно без тебя не уйду. Так что хватит уже. Опять через какой-то бомжатник срезаем дорогу. Это, знаете, вот похоже на Division. Тоже вроде куда-то пришел. Следы того, что здесь когда-то были люди, кто-то жил, вроде как есть. Но самих существ нет абсолютно никаких. Опа-на. Он что, от кровавого поноса умер, что ли? Я что-то не вижу у него пушку, из которой бы он мог себя застрелить. Элли, я тебе комиксы нашел. Лёва. Прецепитация. Клёво, не клёво, ёпты, бля, спасибо. Ай, комиксы. Так, а вот у нас что-то какая-то бодяжка. Ага. Все это у нас... На аптечку пойдет срочно. Нужно. Ну, одной, наверное, хватит, не знаю. Я не знаю, не помню, будут ли еще щелкуны какие-нибудь здесь. Целкуны точно будут. А вот щелкуны не знаю. Но лучше... В принципе, у меня огнемет там с собой вроде есть. Нахрен я молоточки крафчу. Осторожно. Военная безопасная зона. Как в прошлое попал. Почему? Сразу после катастрофы я оказался в похожем местечке. Куда ни посмотри, везде осиротевшие люди. Весь мир рухнул в одно мгновение. Что-то я тут тогда осиротевших людей-то не вижу. Да, тогда. Я... не представляю, каково это. Потерять самого дорогого человека. Лишиться да? всего. А твои родители?
Они тебе не были дороги, или ты их не потеряла? Что-то не понимаю. Элли. Так, как интересно, они положили на видное место плоскочи последнего уровня. В общем-то, опять тут никого не видно, ничего нету. Ничего не указывает на то, что хотя бы здесь у цикад что-то получилось. Ой, ну это вообще... Просто одарили. Одарили лутом. Читать. Карта карантинной зоны Salt Lake City. Отлично. Это карты в этой игре самое бесполезное, по-моему, что можно найти. Так, а я, кстати, максимальные очки здоровья, скорость создания предметов. Господи, неужели кто-то прокачивал скорость создания предметов в этой игре? Зачем? Так, приступим. Я бы хотел, чтобы вот это говно побыстрее перезаряжалось. Thank you. О, я бы хотел, чтобы у этого говна еще и магазин был на несколько патронов. Ну, пули из оружия пробивают броню. Ну, хер его знает, чуваки, пусть на всякий случай будет. Так, охотничья винтовка, вот это вообще классно. Но патронов на нее хер найдешь. Мощность, вау. Тут еще и бронебойность отдельно, и мощность отдельно. Дальность, о. Шик, ну и все. Пистолеты прокачивать вообще смысла нет. Потому что, ибо говно. Скорость перезарядки лука. Да вы серьезно? Ну давай, похрен. Ай, нане. То, что надо. Че опять увидела? Я что-то не видел, чтобы она хоть раз комиксы читала, которые я нахожу, кроме того случая в машине. Эй, Джоэл, у меня есть подарок. Да? Где нашла? Вот. Мне Мария показала, а я потом ее утащила. Надеюсь, ты не против? Да ты прям клептоманка, у кого ты только все не накрысила. Ага. Мария показала. А подпись есть? Нет. Футболистка была, смотри-ка. Что-то выиграла. И сказать-то нечего, да? От прошлого не уйдешь. Оно все равно тебя настигнет. Кстати, в общем-то... Спасибо. Элли и Сара похожи даже. О. А что это отсюда скелеты не вытащили? О, это что такое? Savage Starlight. Не знаю, что они, свои игры рекламируют или просто навыдумывали каких-то... Что, нам вниз, что ли? Ну, походу, да. Все-таки как-то странно, слишком в здесь... В этот раз все будет иначе. Я точно знаю. Слишком большие пространства. Цикады ждут нас, я уверена. С отсутствием зомбарей, вот как-то, ну не знаю. Лучше бы здесь, знаете что? Лучше бы эта игра просто кишила бомжами, но они были бы медленные, как в «Ходячих мертвецах». И тебе бы надо было их оббегать, как-то что-то решать, вопросы какие-то. Но большую часть времени ты здесь просто идешь. Тебя вон я кого-то вижу там. Он сидит, видите? А вон слева кто-то ходит. Ну, кто хотел больше бомжей, пожалуйста. Урод. Как в арбуз какой-то вы... Чёрт. Ух ты, сука.
Не знаю, зачем я потратил сейчас на него стрелы, по-моему, проще обойти его нахер. Меня что-то драться с ним вообще не прельщает. Ни разу. Валите отсюда. Они лазить умеют. Ничего себе. Продвинутые. Это щелкун, что ли? Жалко, второй стрелой промазал. Надо как-то ее по красоте убрать. Стрела моя, вот она. Появляется в воде, но ее не взять почему-то. Давай, Эли, поползли, поползли, поползли отсюда ползочком. Все, выход. Боже мой, сколько же их тут? Сам в ахуе. Да, идем дальше. Я что-то там наверху слышу, как будто там еще испаривание какое-то идет, еще активное. Блять, пошли, дымовые пошли. Какие-то. О, ебать. Не, пойдем-ка лучше через щелкунанию. Щелкунарния, как он. Давайте, давайте, дорогу, дорогу. А этот щелкунчик стоит справа, нет? Назад. Что назад-то? Я вообще идеален. Нахуй, там кто-то дышит. Пойдем отсюда. Не нравится мне это место. Тут с боем, наверное, хер прорвешься даже, блядь. Если у тебя пипец какой арсенал. Здесь пипец сколько врагов на этот случай. Да ёбаные ножницы. Сколько надо ножниц, чтобы хоть что-то скрафтить? Я вроде половинки нахожу, а мне четвертинки прибавляют. И здесь не открыть. А, это эти... Это троица так и стоит тут, стенается. Даже не ходят. Они, наверное, уже к земле приросли тут. Так. Угу. Еще какой-то бар... О, ёбаная жизнь, блядь. Нахера вас тут столько-то, господи. Слева. Да ладно. Блядь. Уведем их сейчас отсюда. Страшно, блин. Это тактика. Тактический стелс, чуваки. Ох. Сука, а это чё, блядь, самый умный, что ли? Я сомневаюсь, что он слепой или глухой, блядь.
дискотеку, блядь. Пора разогнать. Эли, прикрой! Сзади! Откуда он тут взялся-то, блядь? А как они поняли, откуда я коктейль Молотова бросил? Ну это хуйня полная. То есть ему вообще похуй, что я в него стреляю, блядь. Ссать он хотел. Ну и ебанадство, блядь, конечно, редкостное. Причем такое чувство, что я делал все правильно, просто, блядь, все работает через жопу немножко. А, и чекпоинт в такой пизде мира просто, блядь. То на каждом шагу, то, блядь, где-то в жопе, нахуй. Пиздец. Ой, блядь, хочется просто рашнуть, чтоб второй раз тут не ходить. Впервые вижу такой дальний чекпоинт в этой игре, серьезно. Обычно вот просто на два шага позади тебя чекпоинты, а тут... Такое паломничество делать каждый раз, это ёбнуться можно. Сколько же их тут? Знаю, идем дальше. Резонный вопрос, а что, вам поверху не пройти было? Совсем никак. Давай, давай, пошел нахуй. Назад. Ну до сюда-то дойти легко. Вот дальше что делать? Нет, что-то вообще не понимаю. Они там что-то бурно обсуждают, что ли? Распизделись, блядь. Опа-на. Да нафиг их. А это эти? О, черт! Ну, где еще один? Они посмотрели, как я бросил, и побежали на меня, блядь. Что за хрень? Нахуй ты стреляла, дура. Хорошо, что они тут все условно глухие, походу, на твои выстрелы именно не реагируют. Я бы выстрелил, сейчас бы уже все тут были, наверное. Почему они отсюда вышли? Если в прошлый раз они стояли, им вообще все похер было. Блять, хуй что скрафтишь, самое главное. Дымовая бомба, она вот от кого меня защитит? Она от бомжей меня защитит? Чё-то сомневаюсь. Да уж, это были мои последние стрелы.
Сейчас я им дам чем заняться всей толпой. Мы в это время отсюда с тобой должны сквозануть. Резко-резко, внезапно-внезапно. Щелкунья слева. Одна. А как дальше-то? На ящик, а с него наверх. Тише, говорите. Элли, полезай наверх и сбрось тот ящик. Да, чтобы они все услышали и дали нам пиздюлей. Чтоб просто порвали нас тут нахрен. Как ссаные матрасы. Ну, больше шума. Что же вы так тихо-то? Покряхти там. Поберегись! Еще громче крикни, ты совсем, блядь? Блядь, Джоэл просто мудак. Нахуя он через него-то перепрыгивает, осел? Ну все, дальше, походу, они уже не смогли, надеюсь, пробраться-то. Так, тут что-то по воде не очень хочется ходить. Ушли. Теперь не доберутся. Ладно. Они плавать, да, не могут здесь по воде? Смотри, не свались. Похоже, тут глубоко. Вот что будем делать потом. И что? Плавать учить. Научишь меня плавать? Договорились. Ага, вон лесенка. А как не добраться. И чё? И что вы мне предлагаете делать? Не очень понимаю. Вот она. Научишь меня плавать. Тут 2 метра под водой могла бы проплыть, даже если бы вообще, не знаю, страдала какой-нибудь аквафобией. Теперь впервые, наверное, за всю игру Джоэл подает ей лестницу, а не она ему. Ми-ми-ми. Чтобы бросить. Я думал, сейчас вниз ее сбросит. Держись с краю, там помельче. Ну. Это тебе помельче, а ей все равно по самый козырек воды. Хуль ты дергаешь, не видишь, что закрыто? Ты снова заперта. Ну давай из дробовика откроем-то, ёб твою мать. Вот он не хочет вообще искать простые решения, он любит вот это вот дрочево. Так, надо, наверное, зарядить весь мой арсенал. На случай важных переговоров. В принципе, я бы мог от этой толпы, наверное, огнеметом отбиться. Если бы вовремя его выхватил, но он был где-то убран. Дянь, да не, вот этих жирных хер сожгешь. Они слишком херачат. Ладно. Вставай сюда. Есть. Ладно. Открывай дверь. Такое чувство, что у нас с каждым разом все тяжелее становится. Блять! Сука, 2 патрона, да. Блять. Как выскочил. Скорее бы их вытравить. Угу. Мы думаешь, что из твоей крови дихлофос сделаем? Вытравить. Ура, я нашел наконец-то. Ну, блять, я недавно только все запчасти потратил. Смысла сейчас вообще к станку подходить не вижу. Обо что мне тут ударят? О! Мои любимые двери. Вот так. Цветы.
О! Ха-ха! Приковал его к батарее и из лука застрелил. Тёлка его, наверное, завалила, да? Записка какая-нибудь есть, проясняющая эту ситуацию? Ух ты, 50 запчастей. Ну, какой-то один апгрейд можно сделать. Ну ладно, впадлу рыться, так пойдет. Смотри, вот она. Рыба твоей мечты? Бля, опять. Поддон надо найти, поплавать. Даже под конец игры они не дают никуда не денусь. Просто ходить. Че это тут такое? Фонарик видимости вообще не добавил. Ну ты чё, ты как куль с говном? Ты можешь, блядь? Да, пловец из него просто пиздец. Еще и не видно ни хрена. Трупы. И где это мы? И где это мы? И что это тут? На какой-то морг похоже уже. Больше, чем... Ага. Ну, если бы это была какая-то другая игра, я бы подумал, что здесь артефакт спрятали, но... А почему я не мог просто пройти? City Water. А, вон оно чё. Молодец. Теперь помоги переправить. А я зачем, думаешь, этот поддон еще? На овощную базу его продать, ёпты, за 300 рублей. Там какой-то вот этот... Что это такое на дне? На купол на какой... А, турбина какая-то, что ли? Это очистная станция, походу, местная. Ну, давай, давай, давай. Камон. Давай. Залезай. Давай. Ну все, поехали. Осторожно. Готово. Вывали ее в воду. Пусть плавать учится. В экстремальных ситуациях. Сейчас она мне, походу, доску положит какую-то, судя по всему. А, бляха, муха. А зачем тогда здесь? А что за рубильник на стене такой выделяющийся прям? Чай не тупой, отошел заранее. Охуенно. Ой, что случилось? Ничего. Долбаная лестница оторвалась. Что делать? Что-нибудь придумаю. Все силася, все делать она. Что, опять второй круг делать, что делать? А, зачем второй круг? Я по ней залезу, ее подыму и просто перекину. Вот зачем они... Вот этим в начале игры занимался, хорошо. Там еще тандем Элли и Джоэл был не сработан. Но под конец игры заниматься тем же самым, это уже просто растягивание геймплея какое-то. Причем не очень интересное. А, поняла.
Это мысль. Зови меня мыслитель. Одно радует, до больницы наконец-то доперлись. Игра настолько движется монотонно к своему финалу, что я просто встал и пошел кофе пить. Вот эта миссия, вот эта вот, с преодолением 5 метров водоема, которая растянулась на 10 минут, по-моему, в этом месте настолько лишняя, что просто я не знаю. Это жесть настоящая. Ладно, хрен с ним. Ё-моё. Я пойду вперед. А, это был еще а не ты конец. Со мной. Угу. Поняла. Ну, что там прорвало, интересно, если потоком воды, да, заполнило просто целый автомобильный тоннель. Это в каком сортире трубу-то прорвало? У меня такое чувство, что в ближайшие 5 минут Элли научится плавать резко. Ну вот. Вот давай, сейчас, прыгай. Например, давай, ты падай. Ты меня поймаешь? Ловлю. Нет, конечно, хуй на тебя забью. Тащил тебя, тащил, видишь, блядь, и утонуть ты дам. Ты сама допрыгнула. Может, свалим уже? Да, я тебя похвалить хотел, как ты прыгаешь, зашибись. В длину. Все, ей резко перестало быть страшно, и она пошла вперед. Ну ты и конь педальный. Элли, это из-за тебя, прыгай. Перевес. Джоэл. Я уплываю, но обещаю вернуться за тобой. Из-за острова большого на простор речной волны. Почему так все херово? Дать бы час кому. Инды. Ай, чертова китайская маршрутка. Что ж тут, блядь, все на соплях. То самое чувство, когда тебя просят передать за проезд в час пик. Спайдермен. Джоэл делает подход, подтягивание, акцентированное на бицепс, короче. Элли, дай мне руку! Дай мне руку, пока... И... Теперь вся надежда на Ихтиандра. Ну и течение здесь. И тут ее вдруг перестало нести течением, она просто, он висит, как куль с говном. Как она так быстро задохнулась, если только что, ну, тупо даже кислорода должно было хватить в легких на какое-то время. Она моментально потеряла сознание. Ну, я думаю, тут не было ни одного человека, который хотя бы на секунду поверил, что она реально может вот просто взять и утонуть в настолько тупой ситуации. Тихо-тихо, сейчас тесак придет. Руки вверх! Она не дышит. Я сказал, руки вверх! Давай, давай. Реанимация удалась. Чье это у нас тут? Чья это дельтовидная? И вот ты, Уцикат. Ты извини. Не знали, кто ты. Где Элли? Она жива. Откачали. Вы столько прошли. Скажи, как? Ногами, ёпта. Все она. Целеустремленная девка. Может, это судьба. Я стольких потеряла по пути. Отдала почти все, что было. А потом приходишь ты, и мы чудом успеваем ее спасти. И правда судьба. Есть ли в моих словах логика? Нет. Сплошная судьба. Я иду к ней. Можешь не волноваться. Мы позаботимся о ней. Не могу. Я хочу ее видеть.
Нельзя. Ее готовят к операции. Какой еще операции? Врачи говорят, что кордицепс внутри нее как-то мутировал и дал иммунитет. Они извлекут грипп и смогут синтезировать вакцину. Вакцину. Я тебе кордицепс сейчас вырву. Никак. Джоэл мог бы спросить для начала, что такое кордицепс. Ищите кого-то еще. Она одна такая. А ну, веди меня к ней. Стой. Это куда он его так больно ударил? Коленкой под задницу? Ты думаешь, что тебе сейчас тяжело, но не представляешь, каково мне. Да и каково тебе? Я помню ее с пеленок. Обещала матери присмотреть за ней. Как ты можешь допустить, чтобы ее убили? Это важнее меня. Даже ее. У нас просто нет выбора. Да. Да, вижу себя, ты уже убедила. Выведи его. Только дернется, стреляй. Последний шанс, Джоэл. Вот это благодарность. Благодарность ЦКАД войдет просто в легенды. Ну, сейчас Джоэл, походу, взбесится. Если я встану, ты, сука, ляжешь. А потом я твой медальончик к остальным в коллекцию добавлю. Иди. Иди, я сказал. Дай только повод. Куда? Дай только повод, и мы нажрёмся. Это был её... Где ты встал? Шагай! Её рюзляк. Иди, говорю! Ну да. Где операционная? Джоэл же 20 лет в спецназе служил, походу. Где? Просто нам об этом не сказали. Где? Самый верх, дальний конец. Нахуй он это сказал, если один хер он уже помирал, походу. Так, а где мой арсенал? Мне вернули арсенал внезапно. Контрабандист, он здесь! Контрабандист! Что? Чувак, выйди, поговорим. У меня большая пушка, один выстрел, одна тушка. Так, ну ножницам мне нахер не надо. Так, ну что, будем вас огнеметом жечь или... Глазастый засранец. Сука. Тихо, 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 тихо. Вон он уже только ножками дергает. Ай, блядь! Сука, крыса ебаная. Засаду сделал. Хорошо. Хорошо, я вас понял, черти ссаны. Где моя охотничья Берта? В ней нет патронов? Это что за рейнджер такой? С фонарем. Слушайте, труп падает так, как будто он тряпичный прям. Правдоподобно так, как будто его в лоскуты просто разорвал пулями. Это же эта шлюха мне в спину стреляла, да? Ну, только что тут фонариком кто-то... Ага. Хопочки! А что это там с него выпало? Ой, как... Ой, нравится. Какая прелесть. Ну, давай вместо огнива. Ну, это винтовочка, но... Нет, это автомат, видимо.
То есть он залпом стреляет или по одному патрону? Режим огня как-то переключается? О, майн-либо пистолетин. А давно это так трупы пинаются здесь в этой игре? Я их еще и спрятать могу, что ли, пинками? Так. О, тихо, тихо. Только хотел сказать, что ни хрена у них МРТ. Охуенно. Охуенно косая пушка. Сейчас я вам сделаю весело, ублюдки. Что-то я не слышал, чтобы их голоса слились в дружный хор. Видимо, второй, сука, жив еще. Да, ничего тут нету. Брать тут нехрен. Вижу его! Увидел? Так, еще 12 патронов. Ну, блядь, это говно оружие. Зачем мне автомат, когда у меня есть пистолет, который вообще ваншотает? Откуда столько точности без оптики? Что, все, следующий не хочет уже стрелять в меня? Ну. О! Ну давай, блядь. Не хотят они со мной в честное кумите. Придется, сука, с ними в бесчестное кумите играть. Чё, попал? Блядь, это... Пневматика, наверное, для страйкбола какая-то. Судя по тому, что ему вообще похуй. Ее бронебойные свойства вызывают у меня большие сомнения. А они тут все в броне. Камон, где лут? В какую он позу улегся? Его лицо просто выражает предсмертный похуизм вообще ко всему на этой планете. Полное презрение к жизни. Сука, блядь. Рука что-то дрогнула. Наверное, у него есть дети. Пиздец вообще полный, блядь. Контрабандист! Что, контрабандист? Окружай! А? Что, суки? Не ждали, блядь? Чпык-чпык, нет патронов. Сука. Ты охуеть. Смерть Кощея на конце, блядь, наконец на яйце, ёбаный в рот. Да что ж, нахуй они такие живучие-то, блядь, а? Ебануться просто, блядь, пиздец. Я чё, нахуй, с терминаторами воюю с какими-то? Я, блядь, в Скайнет пришел, что ли, извините, или в больницу, блядь? Чё за хуйня? Совсем ебанулись, что ли? Нахуй мне вообще тогда этот автомат снял, нихуя никого не убивает. О. А, блядь, ну сука. Так хорошо, блядь, они стояли все. Просто в очередь выстроились за пиздюлями. Ладно.
Их огнем не сожгешь, блядь. Пистолетом нахуй не застрелишь. Прям святое воинство, ебать копать. Спецназ не смог в рукопашку. Так, давайте вместо ружья поставим все-таки. Блять, ну это вообще оружие говна. Кусок. Ох, и долго же дымовая завеса тут стоит, а? Давай, давай, давай. Блять, такая. Сука. Бесчестный ублюдок, а? О, еще одна мразь. Че у не... Там кто-то мертвым притворялся, походу, но решил подпрыгнуть. Блять, а этих, наверное, хуесосов бутылкой разбитой уже не приманишь. Он, блять, и стонет, и орет, что-то пытается сказать попутно, пиздец. Блять, патроны, патроны. Ёб твою мамку. Косая, сука. Довольно вялая перестрелочка. Дерьмо! Спецназовец хуев съебался. Блять, чем тебя убить-то, ёпта, у меня нет ничего. А, во. Сука, хорошо стрелять из дробовика-то, да? Когда ты бот особенный. У него разлет патронов, как будто просто минимальнейший какой-то. Как будто дробь в меня такой кучностью вошла. Так, ну что, где-нибудь что-нибудь не оставили полезного еще? Тут на каждых трех уродов уходит целая хилка, между прочим. Вон там слева есть какая-то комната, я уверен, что там что-то было раньше. А, МРТшница. Таблеточки вон под конец игры. Ну тут прям вообще был короткий путь, походу, через вот эту МРТ-шную комнату. Но это надо было знать прям. Какая-то вроде у них там сирена орёт, но очень уж тихо. И больше никто остановить меня, в общем-то, и не пытается, по большому счету. Может, цикады закончились? Повывелись все внезапно. Так, а я что-то не врубаюсь, а идти-то куда? Прикрой меня! Пиздец, полобойма. По-моему, ему... Нет. У него там есть какое-то пятно красное на лбу, но он жив, сука. Видимо, пуля не задела его скудный мозг. Да нахуй. Вот это вообще, блядь, Чак Норрис выстрелил.
прям на реакцию, а? Среагировал. По-божески. Что там происходит? А ты, блядь, кто такой еще? В Панаме вбежал тут. Штурмовик? Кто-то мне писал, что я стреляю, как имперский штурмовик. Вон, я уже придрочился с геймпада. Раздавать ваншоты. Ваншотящим пистолетом. Да, патронов что-то совсем. Совсем жалеют. Огнемет, конечно, беспонтовый. Его дали под самый конец игры. Это что за телепорт был? Я огнеметом, короче, даже попользоваться не успел, а он уже смысл потерял. Слишком долго жадничала игра в плане огнемета. Чуть такое. 28 апреля. Марлин была права. Я тоже не видел ничего подобного. У девочки иммунитет к инфекции. Почему? Как и в предыдущих случаях, в серозной цереброспинальной жидкостях наблюдаются высокие титры антител кордицепса. Посев крови выявил стремительный рост грибковых колоний, однако абсолютное содержание лейкоцитов полностью соответствует норме. Провоспалительные цитокины без изменений. Томограмма мозга не выявила грибок в краевых долях. Этот признак обычно предшествует приступам агрессии у зараженных. Надо воссоздать это состояние в лабораторных условиях. Мы стоим на пороге открытия, сопоставимого с созданием пенициллина. Спустя годы бесплодных поисков, мы наконец достигли цели. Мы позволим человечеству вновь обрести контроль над своей судьбой. Все жертвы, что мы принесли, все страдания на благо высшей цели, все это было не зря. Нереально поучительно. Половину слов я не понял, правда. Все, охрана кончилась. Терминатор пришел за Сарой Коннор, и лучше бы вам мне ее отдать. Я так понимаю, что это последняя дверь, которая открывается ножом. Значок цикады, наверное, Марлин. Нет. Таким, да, Тони какой-то. Ну, не сказать, что это была супер нужная комната, в ней какая-то куча говна лежала непонятного. Три патрона на револьвер, блядь, три на дробовик, ёб твою мать. Все уже операционные пошли, где она? Ну уж в больнице аптечек на полу должно валяться просто тьма. Нет, нет, нет. Это слишком засранные палаты, видно, что здесь нет никого. Последние лет 30. Что такое? Дневник Марлин. 15 марта. Мы наконец перешли границу Юты. Через пару дней встретимся с остальными. Настроение ребят заметно улучшилось. Я опасалась, что их боевой дух упадет из-за смерти Грега и Тани. Но сейчас они снова смеются. Робин подошел ко мне и сказал: «Спасибо, что присматриваешь за нами, Марлин». Казалось бы, мелочь, а как важно для меня. А ёпша, что твою мать. 23 марта. Элли больше нет. Мы добрались до больницы, все очень радовались встрече со старыми друзьями, ведь некоторых мы не видели уже больше 10 лет. Ёбнуться можно. А потом мне сообщили новости. Я не могу есть, не могу ни с кем говорить. Я должна радоваться, что еще жива, но сейчас хочу только одного — закрыть глаза. 24 марта. Я знаю, о чем они думают, глядя на меня, что мы вели себя как полные идиоты. Как я могла... Что я могла сделать? Я думала, что погибну. За нами
охотился весь бостонский батальон. Я должна была вывести ее из города. Откуда же я знала, что группу сопровождения уже убили? Черт бы их всех побрал. Я запаниковала, но в итоге быстро пришла в себя, и мои ребята оказались куда способнее, чем я думала. Многие даже смогли пережить нападение армии. Я должна была оставить ее при себе, а вместо этого отдала каким-то контрабандистам. Я подвела тебя, Анна, я подвела нас всех. Я полная идиотка. 25 апреля. Я не могу говорить с ними. Я с трудом выдерживаю их взгляды. Мне больше нельзя здесь оставаться. 28 апреля. Только что вышел на связь один из разведчиков. Сообщил, что видел старика с девочкой. Кот. Какой кот? Чё дальше-то, где кот? Какой нахуй кот? Кто, блядь, старик? Ты чё, охерела, что ли? Старика, блядь, я не видели. Ребята уже из последних сил, походу, обороняются уже. Да хули там, ёбаный? Какого? Ну, гад. Ну тут вообще, конечно, просто. Группа Альфа прям, блядь, на защиту встала. Все, пиздец. Воевать мне уже нечем. Их как-то можно было обойти, что ли, всех? Прям вообще всех? Прям почти всех. Он внутри! Чё ты пиздишь? Пиздобол у вас, пацаны, в отряде. Сука, внезапно оказалось, что огнемет, сука, надо перезаряжать, блядь. Да, пацаны, блядь, ебаный в рот, а. Вот, вот эти вот зажигалки, которые тут нарисованы, это обойма. Все, 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 хорошо, хорошо, идем, идем. Куда идем с виточком, бафо, бафо, секрет. Так, если я кину кирпич. Так, он ушел. Именно этот чел пошел посмотреть, что там брякнулось. Хотя и стоял дальше всех. Бля, о, они тупые, а. Да, но в лоб их атаковать тут вообще смысла не было. А... Я посмотрю там. Ну-ка. Тут охранял все один человек, один чувак. Охуенный бросок. В стиле Alien Isolation. Там телка так бросала обычно всегда. Все, дебилы ушли почти. Не знаю, как я отсюда буду потом выходить. Но я почти вошел. Сука, на те, пидоры. Surprise, motherfucker! Черт! Ебать, вы тупые. Идем туда. Спусти. Иди. А как он-то сгорел? Хули, я мастер броска. Мастер скрытого броска. Пикчер или это кетчер от бога. Просто как детей. Просто богоюзер, бля, вонючий. Это их задержит. Ну конечно, толпа взрослых здоровых мужиков. Явно не в силах отодвинуть тележку, которая на колесах, твою мать. Так, нахер я сюда зашел? Солнышко, это детское отделение? Чтобы ей не было грустно умирать, наверное. Так, а там уже пиздец, походу, пилят вовсю. Господи. Сука, ласты к полу, морды вниз. Что ты здесь делаешь?
Я не дам ее. Нет! Чё ты, блядь, вякаешь? Ты грязная тварь! Ты кого, меня? Господи, о боже, забирайте девчонку и уходите, ладно? Элли спит, поэтому никто не услышит твои крики, грязный ублюдок. Ха-ха-ха-ха, блядь. Ну что, кто-нибудь еще хочет тут поговорить о кардицепсах, блядь? Так, пошли, аппендицит ты мой ненаглядный. Пошли, детка. Держу. Держу. Ладно бы они тебе пломбу поставили или гланды вырезали, а то кардицепс какой-то. Нихуя себе, а как потом без него жить? Не знаю, не знаю, что это такое, но штука важная, походу. Он несет ее в педиатрию. Черт. В педиатрию. Все будет хорошо, малышка. Они не стреляют в нее попасть, боятся или что? А тут бегать. Не бойся. Не бойся. Держись. И куда дальше? Сосите ноги, ублюдки. Все хорошо. Я уже ее это. Все хорошо. Как его? Она уже не стерильна вообще ни разу. Да, да. А ну отойди! Опа-на. В принципе, они, наверное, из трупа могут вырезать все, что им надо. Не, ну побег, конечно, вот, вот это последнее, просто когда ты бежишь с ребенком на руках, и в тебя никто не видит, и никто в тебя не стреляет, вообще это, конечно, блядь, перегиб яростный. Но, видимо, уже лень было сценарий делать. Давай, давай. Ее не спасешь. От тебя? Допустим, ты выберешься. Рано или поздно ее разорвут щелкуны. Или бандиты изнасилуют и убьют. Это не тебе решать. А чё ж тебя не изнасиловали и не убили? Ты ведь знаешь. Слушай. Ты можешь поступить правильно. Ей не будет больно. Странно, он столько народу завалил, а она с ним еще разговаривает о чем-то там. Прострелила бы ему башку, да и все. Нахуй она что-то ему, блядь, плетет там. Правильно, неправильно. Что вот. Это за ночнушка? Джоэл ну, поступил, видать, охуенно правильно. Что случилось? Ну, и я лауреат на правильный поступок года. Мы нашли цикад. Оказывается, таких как ты много. Людей с иммунитетом не один десяток. И от них никакого толку. Они бросили попытки создать вакцину. Мы едем домой. Прости. Куда домой? Чего домой? И это все был ответ на вопрос, почему я в ночнушке. Интересно. Он наплел что-то, блядь, но суть так и не ответил. Они бросили попытки создать вакцину, но нарядили тебя в ночнушку. В операционную. Нет. Не стреляй. Воробьев, не стреляй, голубей. Ты будешь ее искать. Отпускаю грехи твои, дочь моя. Вот как вы считаете, поступил ли Джоэл правильно вот, в данной ситуации? Если отбросить все действительно эмоции, он лишил человечества шанса на вакцину.
С другой стороны, что, блядь, значит в этом мире вообще вакцина? Они уже научились не заражаться от спор, юзая противогазы. Как бы нельзя найти щелкуна, сделать ему укол, и он станет человеком. Можно всех их поубивать к херам просто, порастреливать. То есть, по сути, ну, человечество, оно... Есть карантинные зоны. Отсюда нам по прямой. Они строят свои какие-то поселки, я не знаю. То есть, в принципе... Красиво, да? Да. В принципе, все и так идет неплохо. Так. Какая нахуй вакцина? Зачем она нужна? То есть, человека, которому сделали противовирусный укол, вот его щелкуны не могут разорвать, да, почему-то? Возраст дает о себе знать. Я тебе не рассказывал? Мы с Сарой любили гулять по лесу. Крепкая девчонка, не угонишься. Мне кажется, вы бы с ней сразу подружились. Она бы тебе точно понравилась. А ты ей? Да. Ух ты. Смотри. Мы почти пришли. Ну, они к Томми вернулись. Уже недалеко. Да, давай помогу. Идем. Погоди. В Бостоне, когда меня цапнули, я была не одна. Мою подругу тоже укусили. Мы не знали, как быть. Она сказала: давай просто ждать. Мы сойдем с ума вместе. Это так романтично. Вот я и жду до сих пор. Элли. Ее звали Райли. Она умерла первой. Потом Тесс. Потом Сэм. Элли, ты тут ни при чем. Нет, ты не понимаешь. Я не сразу смог принять то, что выжил. И надо просто... Надо идти вперед, искать, за что сражаться. Знаю, ты не это хочешь услышать, поклянись. Но... Поклянись, что все, что ты сказал про цикад, правда. Клянусь. На пидора отвечаю, ёпта. Ну, то есть, этим последним диалогом они хотели сказать, что Элли, в принципе, была бы не против отдать свою жизнь за вакцину, но против оказался Джоэл. Не того чувака выбрали цикады. Ну, в общем, надеюсь, все счастливы, что игра закончилась. Так что что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Скоро Uncharted, да еще есть, тем более, DLC-шка. Ну, короче, все такое.